Всем здравствуйте. Сегодня 24 ноября. Сейчас. 2022 года. Одесса. Мы пришли в супермаркет показать, как в магазине, и рассказать, что у нас происходит. Значит, всю ночь у нас не было света. Вчера с 2 часов дня всю ночь. И до сейчас тоже нет света. Вода у нас была, у людей не было воды, не было отопления. Ночью включили людям воду и отопление, потому что починили все эти структуры. И в инфраструктурах, которые жизненно обеспечивающие, тоже появился свет, появилась вода и отопление. Людям еще света нет, так как сейчас занимаются вот именно светом, да. И что еще? Трамваи не ходят до обеда в целях экономии, да. Ну, электротранспорт, да. Вот посмотрите, цены заодно в целях экономии. Что еще? Светофоры отключены. На бензин, да, вчера было много людей, большие очереди. Сегодня очередей на бензин нет. Бензин есть. Также вчера, когда вот это все случилось, водители трамваев и троллейбусов, они стояли в своих машинах, сидели больше 7 часов и не могли выйти, потому что им надо было уехать, отвезти машины. Что еще? Всем сказали, кому надо заряжать телефоны или согреться, могут зайти в любое отделение полиции. Они там могут отогреться. Мы зашли в супермаркет, зарядили телефоны. Вот в конце будем идти, я покажу, как люди заряжают телефоны. Что еще хочу сказать? Большое спасибо всем, кто нам делает свет, кто нам восстановил воду. У нас вода была. Вот, еще раз говорю. Так, что еще я не сказала, Игорь? Бензин есть, бензин не поднялся в цене, кстати. А вот хлеб сегодня, Игорь, с утра шел покупать. Хлеб поднялся на гривну, на 2 гривны, да, Игорь? Да. Это мы покупаем прямо в хлебзаводе. Я говорила, что вчера не было света и тепла в больницах, и в поликлиниках, и в медучреждениях. Это все восстановили еще ночью, да. А, вот, говорили ажиотаж с водой. Вот, пожалуйста, вода. Вы видите, в магазин люди с ума не сходят, вот я покажу. Вот. Вот, смотрите, какие есть пиццы. Кстати, вот здесь очень вкусные пиццы. Наш сын покупает, мы нет. Вот вода, пожалуйста. Вода, сколько хотите. Нет никакого сумасшествия. Да, вчера были очереди на бензин, ну, а сегодня уже спокойно. Так, что еще, Игорь, я хотела сказать? Напомни мне. Мы зарядили здесь телефоны, я уже сказала, да? Алкоголь хотели, цены. Пожалуйста, вам цены на алкоголь. Снизу попроще. Снизу попроще. А, вот это, да? Да. Вчера всю ночь лил дождь, поэтому представляете, как тяжело было людям работать, как это все непросто. Да, что водители стояли больше 7 часов. Рассказывала, да, рассказала. Ну и все. Сейчас хочу показать, как заряжают телефоны. Сейчас вот я покажу. Это вот как кофе. Кофе делают. Много людей приходят делать. Выпить чашечку кофе, много с детьми. Так, вот смотрите, на улице с детьми. И вот здесь заряжают телефоны.
Вот, заряжают. Но я людей не хочу показывать. Там заряжают. Я людей не показываю. Лица. Вот, заряжают люди телефоны. Разрешают. Спасибо всем. И все. Курс валюты не показывают. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких.